Здравствуйте, компания Сартек Херсон представляет супер новинку от компании Lenovo. Это Lenovo K860i. Чем же отличается Lenovo K860 от K860i? Визуально ничем. То есть это хороший, добротный, дорогой корпус с красивым логотипом, хорошей камерой. Но есть отличие принципиальное. Это процессор. Процессор в Lenovo K860i стоит от Samsung 1.6 4-ядерный, а также 2 гига оперативы. В K860 стоит MTK6589 1 гиг оперативы. Для чего это нужно, вы можете почитать в интернете. Включаем данный девайс. Экран включается. Мы посмотрим, что у нас находится в коробочке. Коробочка у нас фирменная. В оранжевом цвете. В комплект входит зарядка от Lenovo с переходником на русскую розетку, кабель, а также наушники. Кроме того, обязательно идут все необходимые логотипы, а также гарантийный талон. Так, посмотрим. Сразу видно, что отличная работа тачскрина. Поддержка всех возможных элементов. Мы предварительно установили специальную программу, которая называется Android Assistant, чтобы посмотреть, что находится в этом телефоне реально. Программа позволяет просмотреть информацию о телефоне. Так, что мы имеем? Мы имеем 1,97 ГБ RAM, 2.4 ROM, то есть оперативки 2 гига, Android 4.1.2, Lenovo K860i, размер экрана 720 на 1200. Кроме того, у нас есть встроенная память на 16 гиг, то есть тут достаточно серьезная поддержка. Поддержка Bluetooth, Wi-Fi, GPS, микрофон, акселерометр, датчик света, датчик магнитного поля, датчик ориентации и куча всяких элементов. То есть это действительно серьезный аппарат. Что касается камеры. Сейчас посмотрим камеру. Камера. Камера, мой помощник не говорил, является профессиональной. То есть очень высококачественная камера. То есть она даже не уступает профессиональным фотоаппаратам. Итак, телефон не из дешевых. Общая цена телефона составит более 3000 гривен. Но это цена из-за процессора и оперативной памяти. Если вы хотите более немножко дешевую версию, разница будет только в оперативе и в процессоре, то данный телефон стоит 2400 гривен. Заказывайте. Спасибо за видеообзор.